Ты готова же? Тебе помочь? Нет. Ты все сам можешь? Расскажи, как ты так быстро собрался? Ну, доброе утро. И Афоня быстро собрался. Почему? Потому что вести ворота. Ты мой хороший. Не спеши. Антоха сел завтракать и замерз, да? Февраль или март? Да? Так февраль или март? Я не знаю, когда конкурс. Давай завтрак. Через 5 минут у Гриши начнется уже урок. Уже начались, потому что он уже ровно. А на сегодня сколько, да? Угу. Да, на улице так свеженько, да, конечно? Мы с чего начинаем? С петрушки. Сегодня. Мама развешивает белье. От солнца, да? Это она так нам засвечивается. Марсела тут с нами. А что, телек выключили? Да нет, что-то нету этого. Слушайте, все, немножечко привела себя в порядок, потому что заспанное, сонное, куда-то вечно бегущее лицо мое, это, мне кажется, какой-то бич мой. Все, сейчас у нас почти 12, буду сейчас Антоху собирать в школу. Приготовила обед, сейчас покажу. Сегодня у нас зеленый борщ, уже давно не было, хотя щавель у нас есть свой, но борщ что-то как-то, я про него забывала. Вот он, борщик зеленый с яйцом, со щавлем. Опа, все сразу запотело. С яйцом, со щавлем и с индейкой. Слушайте, какой вкусный борщ. Я сейчас уже покушала. И иду белье складывать. Вот не знаю почему, хочется сейчас побольше побыть на улице. И поэтому я сейчас белье складываю. Прям сразу в миску его складываю, потом просто раскладываю по местам. Потому что, честно, из-за того, что вот нормально на улице не получается побыть, поэтому вот только с чистым бельем. Вот, так что сейчас все сложу в миску и потом буду раскладывать. Потому что по такой погоде, ну, грех не побыть на улице. У меня все дела в доме, получается, нужно что сделать. Нужно сделать пряничное тесто. Вот. Пряники буду делать сегодня вечером. Так что слушаю птичек. И складываю бельишко. Все, сейчас быстренько расчесываюсь. И везу Антоху в школу. Ему сегодня к 12, ему, в общем, теперь 3 дня к 12, потому что понедельник к 12 легкая атлетика, вторник к 12 урок мужества, и в среду к 12 опять легкая атлетика. В общем, Антоха у нас весь в деле человек. Да, Марсик? Я уже приехала. В общем, купила трубы вот эти вот 25-е, кажется, это называется. В общем, 6 штук по 2 метра. Не хватило на ворота, поэтому вот Сержуня попросил. Я, короче, как блондинка покупала это все. Ну, вроде бы справилась. Вот 6 труб, один уголок, один тройник. И заехала еще на пекарню. Купила здесь чай Афонин любимый зеленый. Фоня теперь у нас пьет только зеленый чай. Купила еще для разнообразия, уже холодает, вот такой вот с малинкой. Тоже, ну, иногда хочется какой-то такой немножечко химии, ну, прикольный он по вкусу. И купила вот это вот Гришины любимые печеньки. Купила еще сгущенку. И здесь вот Антохины любимые тоже печеньки. Такие вот в шоколаде. Так, ну что, бабуля? Бабуля вот уже успела подстричься, да? Да. Сколько же стоит стрижка, скажи?
Помыли голову, подстригли, 500 рублей. Ну, это нормально, да? Ну, да. Все, сейчас будем еще что-нибудь смотреть. Что там папа хотел? Фермерский этот портал, да? Ура, у меня перекус. Сделала у меня яичницу. Обеденный обед. Авокадо, хлебчик. Григорий уже пришел. У Григория борщ. Так что, в общем, у нас перекус в 3 часа. Все, забрала всех мальчишек своих. Скрипыши. Держи, скрипыши. Ну как, дела? В садике и в школе рассказываем. Антохе скоро будут выставлять первые четвертные оценки, да? Ну, первые, в смысле, первая же четверть заканчивается. Короче, у нас, как всегда, блин, сейчас бегу в машину, что я здесь навключала. А фоне возьму папку для логопеда, а тут такое небо, я только вышла, сразу обомлела от этой красоты. Не знаю, как люди не любуются небом. Мне кажется, это просто картинная галерея, каждый раз с новыми картинами. Не знаю, ну потрясающе же, да? Смотрите, посмотрите эту зебру, это просто радуга какая-то, не знаю. Причем всегда хорошая, без попы. Так вот, бегу сейчас, дам папку логопеда. Гришка будет заниматься с Анфоникой. А потом... Ну, мы всегда перед логопедом занимаемся, чтобы Афоня был в каком-то более дружелюбном настроении. А я пока повезу Антона на танцы. Вот эта красота, боже. Это уже другая сторона радуги. Супер небо. Что такое? Ты палец обжег? Да, и пить. А за что тебе пятерка? За стишок, за садик и за занятия. Почем? По логопеду. Ты доволен? Да. Только у меня палец. Да? Убежала бы сам в лес. Не сидела бы в этой клетке. Это не клетка, мне кажется, то, что это дом. Где же там еще мусор? Ну, то уже... Надо будет, знаешь, такой для клавиатуры есть пылесос. Ну, так... А хотела бы тех подробно. Вот матка. И где-то здесь бегает еще. Вот она. Вот здесь. Не, это не матка, это служащий. Где-то еще одна такая здоровая бегает. Ну, короче, вот она. Вот матка. У них паника, паника, вот да? Вот матка. Матка не знает, куда ей деваться. То сюда вот побежал, то туда. А я хотела бы этих патронов. Вообще, я часто вижу ее вот здесь, потому что здесь, ну, короче, отломан вот кусочек. Ну, и вот это вот всегда закрыто. Ой, не вот это, вот это вот. Вот здесь. Гриша, давай потрогай. Куда трогать? Зачем трогать? Надо. Так, я сейчас хочу, ну, ваткой. Нет, да, вот это вот, типа, я думаю. Ну, все намазать, ну, и так же. Ну, чтобы... У тебя вечеринка одна. Так, что происходит? Вы почему с Зоей не играете? Потому что я... Объясни мне, Афоня. Я учительница, Афоня директор и Зоя учитель. Кто у нас будет учиться? А где есть надо? Учительница. А Афоня почему здесь я? Да? Камера! Говорит, Афоня, скажи еще раз. Так, ну что, ну ничего, что 9 вечера, да, родня? Ничего, мы будем начинать делать роллы. Да, родня, помаши ручкой этому, вафелькам. И будем делать роллы. Я тут риса наварганила, он уже глянул, он уже прям застыл, родня. Тебя сегодня не надо ни о чем спрашивать, да? У тебя плохое настроение. А какой там стороной надо гладкой ложить? Ты не помнишь?
Два. Вниз? А шершавый? Вверх, да? А шершавый вверх. Это есть можно? Можно, это рыба, говоришь. Так, надо же сыр еще открыть. Все, мы тут уже накрутили. А что, одна не получилась? А, это то, что ты обрезала? Угу. А вон там еще у нас. Можно же еще одну накрутить, да? Угу. Или мало уже будет? Ну, как будет, да? Ты сними, как Коля, спросили об гостике. Ну что, вкусные? А не бензин, а да? Типа солярный. Что, вкусные ролики? Хорошие! Ты макнул? Хорошие! Не знаю. Я по одному. Всем по одному роллу? И все?